Здравствуйте! Сегодня хочу представить вам микс «Детский сток» бренда Mayoral. Сезон «Весна». Возраст идет от 0 до 14 лет. Вот такая из эко-кожи курточка. Год-полтора на девочку. Платье шифон. 2 года. Брючки 3-6 месяцев на мальчика с подтяжками. Свитшот на девочку. Это у нас даже костюм с леггинсами идет. Возраст 4-5. Леггинсы, как леггинсы джинсы, они очень хорошо тянутся. Возраст 6-7 лет. Блузка хлопок 8 лет. Леггинсы 3-4 года. Пальто на девочку возраст 3 года. Также свитшот идет с леггинсами, комплект, возраст 3-5 лет. На 6 месяцев толстовочка, брючки велюр 3 года, 2-3 года, 4-5 тонковка. Вот такое платье на 14 лет на девочку. Легкая кофточка с красивым принтом, 5-6 лет, 3-4 года, брюки на мальчика 7 лет, платье тепленькое такое достаточно, с шерстью, возраст 6 месяцев, брючки вельвет, зауженные на девочку 10 лет, такое красивое. Платье трикотажное, возраст 14 лет. Толстовка на мальчика 3-4 года, 1,5-2 года, платье с шифоном, джинсы на девочку скини, возраст 8 лет. Такая толстовочка плюшевая, прям прикольная, 3-6 месяцев. Также 3-6 месяцев брючки. Толстовка на мальчика 3-4 года. Курточка облегченная. Она идет на синтепоне 3 года. 92 сантиметра такое платьишко. Тонковка возраст 7-8 лет. Джемпер на мальчика на первый класс. Рубашка немножко удлиненная сзади. Размер 8 лет. Это также идет у нас... Нет, это не комплект, без леггинс, просто свитшот 5-6 лет. До 3 месяцев брючки. 3-6 месяцев хлопок. Такой свитшот на 14 лет. Это у нас идет комплект кофточка вязаная и вот такие, как памперсы. Шортики до 3 месяцев. Джинсы на мальчика возраст 7-8 лет. 14 лет блузка. 128 ростовка. Это на 6-7 лет. Не очень блестят стразами. Тонковка 3-4 года. Брючки до 2 лет на мальчика. Платье 6-7 лет, рукав 3 четверти, тонковка 6-7 лет, джинсы на мальчика 128, нет, это на девочку получается, они как скини идут, сзади у нас трикотаж, а спереди джинс, 7-8 лет, джемпер на девочку на пуговицах 3 года, боди до 3 месяцев, 2-3 года, до года брючки хлопок. Это у нас идет также комплект леггинсы и свитшот стразами. 3-4 года. Брючки на мальчика до 2 лет. Такой джемпер до года. 13-14 лет. Такой свитшот оверсайз. Джемпер здесь у нас убирается. И на рукавах. Это платьишко.
возраст год. Также год-полтора. Это у нас идет комплект. Здесь тоже идут как трусики. Велюр. Нет, это юбочка. Юбочка и кофточка. Очень нарядная. Платье 10 лет. Болеро на годик. Легкая ветровка велюр на 8 лет. Рубашка на мальчика 2 года. Юбка 10 лет, 8-10 лет. Такое платье на девочку 9 лет. Дальше красивое очень на фотосессию платьишко до года. 3-6 месяцев. Жилет на мальчика на синтепоне. Он идет у нас двухсторонний. Возраст 2-3 года. Это на новорожденную девочку. Очень приятный, очень мягкий внутри. Джинсики 3-6 месяцев. До 2 лет велюр. 1,5-2 года. 2-3 года. Такой джемперочек на годик. Платьишко на девочку год. 2 года рубашка. Танковочка год. Это идет костюм, укороченный свитшот и штанишки. Возраст 2 года. Как оверсайз. Годик танковочка на девочку. Такая интересная курточка. Возраст 14 лет. 6-9 месяцев. Юбочка тоже 6-9 месяцев. 5-6 лет. Свитшот 3-4 года на девочку. Джемпер 3-6 месяцев. Боди год-полтора. Такое пальтишко красивое. 3-6 месяцев. 3-4 года танковка на мальчика. 1,5 годика штанишки. Такая блузка на 14 лет. Классика для школы. Очень хорошо подойдет. И платьишко на девочку 2 лет. Это была позиция Mix Stock детский, бренд Mayoral.